Так, ребят, в предыдущем видео я 4 минуты выковыривал из гаража свою пожарную машину. Знаете почему? Вот почему. Потому что у меня тут еще грузовик для ночных угонов, значит, припаркован. Сейчас наша задача подзаработать денег, потому что, чтобы купить оружие. Потому что иначе мы с вами районы не отвоюем. Так, стоп. Значит, миссию пожарник. Лучше всего начать вот там. Тут, видите, вот автострада, да? И тут неудобно будет, потому что если будут эти клиенты, то их трудно разыскивать под эстакадами, там все вот это, оттуда их выковыривать. Так, я немножко убавлю звук. Так, ну что, включаем. Поехали. Вот сейчас всю не всю, но... Я надеюсь, на миссии пожарника нам не заявят, что на наш район напали. Как думаете? Так, хорошо. Внимание, задний ход. Внимание, задний ход. Тык-чи-чи-чи-чи. Осторожно, машину бережем. Как мне говорили в автошколе. Бережем машинку. 51 секунда, ё-моё. Извини, чувак, ты попал под горячую руку. Так, еще раз, это куда? Спокуха, мы все успеем. Спокойно. Здесь просто одна, я думаю, машина дымится и все. Это не факт. Так, хорошо, успели. И то спасибо. Так, ти-ти-ти-ти. Да блин. Тут главное не перевернуться вообще. Бонус за езду на двух колесах еще получили. Гляди-ка, блин. Вообще. Просто-напросто совместили приятное с полезным. Так. Ну сейчас не очень как-то у нас удачная диспозиция, потому что вот эти все. Вот здесь изломы, вот эти все холмы, на них вот тут что-то можно. Давайте возьмем на примете, что у нас там. То ли миссия какая-то, то ли это просто мотель, в котором мы можем остановиться. Ну, полно возможностей. Но, к сожалению, так же, как и в жизни, здесь, видите, приходится выполнять муторную работу. Вот, потому что никакие там... вводить коды, чтобы у меня там осталось 999 тысяч долларов, это я не буду, это нехорошо по отношению к игре. Не для этого нам создавали эту игру, чтобы мы вот так вот обходились. Надо все проходить по-честному, абсолютно. Вообще, друзья, я вам скажу такую банальную вещь. Надо, чтобы было больше честности.